Всем привет, с вами Катюшка. Сейчас я покажу вам, как сделать браслет и колечки из бумаги с любимой уточкой Лала Фанфан. Ну а прежде чем мы приступим, ставь лайк за идею и не забудь подписаться на наш канал, если еще не подписан, а также нажми на колокольчик, чтобы не пропускать наши интересные выпуски. Теперь можно начинать. Я покажу, как сложить браслет. Кольцо складывается точно так же. Мне понадобится лист бумаги 16 на 16 сантиметров для браслета и 8 на 8 сантиметров для колечка, а также маркеры, клей и ножницы. Я использую желтую двухстороннюю бумагу. Можно также взять розовую или белую. Также можно использовать не двухстороннюю, а одностороннюю цветную бумагу. Но тогда начинать складывать нужно цветной стороной кверху. Согнем лист пополам. Теперь развернем его и еще раз пополам. Сложу лист пополам к центру, снизу и сверху. Загну еще раз пополам. Раскрою лист и переверну. Согну верхнюю складку и переверну обратно. Согнутая полоска должна находиться сзади. Согну край к центру с одной и с другой стороны. Вот так. Важно, чтобы между сторонами не было промежутка. Переверну получившийся домик. Согну его вершину, крышу, к центру всего нашего листика. Переверну. И теперь вот эту часть загну следующим образом, чтобы линия сгиба и уголок совпали. Проделаю то же самое с другой стороны. Получилось что-то похожее на бант. Верхнюю часть бантика согну к центру его линии. Теперь загну вот так. Проделаю то же самое с другой стороны. Теперь вернемся к низу листика. Загну по линии от низа к верху вот так. Подогну низ. Согну здесь и здесь. Здесь загну и заправлю вовнутрь. Осталось нарисовать уточку Лала Фанфан. Отрежу от маски резинку и свяжу ее. Отрежу лишнее. Такая резинка очень хорошо растягивается, мягкая и не будет сдавливать руку. Теперь одену ее на браслет и склею бумажные края браслета. Дам клею хорошо просохнуть. И когда все высохнет, можно будет примерить эту красоту. У колечка все будет точно так же, только резиночка не понадобится. Мы просто вставляем одну сторону в другую, немного согнув любую из них по диагонали. Если вы сделали браслет или кольцо из белой бумаги, то просто нарисуй личико уточки и разукрась его желтым, розовым или другим любимым цветом. Теперь любимые ути будут всегда вместе с вами, на улице, дома или в школе. Не забудьте поставить лайк моим утям и напиши в комментариях, какая из них понравилась вам больше. Интересно будет почитать. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео. Пока-пока!